Надо попасть на остров, пока реликвию не продали. Могли ли крестьяне навлечь проклятие? Thank you.
Вор! Скреб наши денежки, а инструменты... Дерьмо! Догнать, тварь! Вижу! Thank you.
Эй! Отвлеките противника! Смерть слугам Птолемея! Кузнец Анан? Не знаю, что тебе нужно, Неп, но я готов купить свободу. Дерзкий побег из-под носа у этих греческих отбросов. Итак, что тебе нужно? Кое-что узнать. Кто-то разграбил гробницу, используя твой молот. Клянусь палкой Тота. Это твари, что стащили мои инструменты. Они в скалах прячутся. А ты, похоже, можешь даже быка от коровы отогнать. Пойдем, вернем мои вещи. Подожди. Еще они... забрали труп... твоего шурина, Ранофера. Да я из их яиц ожерелье сделаю. Возвращайся к жене. Я пойду один. Она не переживет потери двух мужчин. И то правда. Пусть обмочатся на глазах у Осириса. Они не боятся богов, так будут бояться меня. Thank you.
Что ты? Тебе конец. Надо действовать аккуратно. На остров, пока реликвию не продали. Могли ли крестьяне навлечь проклятие? Нужно быть осторожным. Тревога! Сюда! Тебе здесь не рады. Это чудовищно. Жечь тела, чтобы добраться до сокровищ. Судьба брата разобьет рай и сердце. Но я должен вернуть амулет.
Заставил этих трусливых псов скулить от боли. Разбойников я нашел, но земное обличье твоего брата спасти не удалось. Спасибо. Глупо было надеяться на большее. Вот, амулет. Нет. Он должен был помочь ему пройти в Дуат. Оставь. Вдруг он защитит тебя. Поверь, его не покарают за чужие преступления, Рая. Мы снова встретимся с ним в полях Иалу, жена. Теперь я спокойна. Ступай с миром, Баек. На остров, пока реликвию не продали. Могли ли крестьяне навлечь проклятие? Привлекать внимание. Эй! Твой час пробил!
Эй, что? Что? Я убью тебя! Я выпотрошу тебя! Я за подмогой! Что?
Я убивал ради этой сферы. Она моя, по праву. Из-за мальчишки я потерял все. Сферы тут нет. Оставь меня. Эй, что? Я всего лишь покупатель. Выпустите меня! Эй, что?
возьму. Напали! Сдохни,
Прям как бы... В сторону! Прочь с дороги! Эй! Это что еще такое? Эй! Его семя в утробе! И он бережет ее! Он заберет всех, кто не склонится пред ним! Склонись! Склонись! Он придет за нами! Он сожрет наши сердца, чтобы они не достались Осирису! Это не обычный костер. Церемониальный. Я все сделаю, Джихути, как ты учил. Встань же! Начни песнь! Что это за игра, дитя? Это не игра. Это ритуал во славу солнца. Бога Ра? Нет, настоящего. Кто тебя научил? Джихути, он нас защитил, спас от проклятия. Но его забрали. Джихути забрали? Кто? Злодеи. Мы пойдем к ногам царя, повелителя солнца, нашего бога. Вы должны нам денег. Владейте. Приказ Тихона. Надругательство. Храни тебя, Ра. На два стервятника меньше на этой земле. Тяжело ли вам жить здесь? Тихон не самое страшное. Люди исчезают каждый день. То ли земли прокляты, то ли эти бандиты. Это делают бандиты? Зачем? Разве им нужна причина? Ради своей выгоды. Они воры все как один. Похоже, Джихути похищенный жрец. Он расскажет мне о проклятии. Этот идол. Кто он? Довольно грубая работа. Это Атон во плоти! Он благословит нас! О, Мона, здесь нет власти. Люди, спасем нашего жреца вместе! Они заплатят за похищение нашего брата. Эй, ты что, пьян? Жреца похитили? Да, разбойники. Я собираю людей, чтобы захватить их лагерь. Я не буду спокойно смотреть, как эти мерзавцы похищают моих друзей. Что это за игры? Shine.
мой бог, мой свет, солнце. Моим людям нужна защита. Я убью тебя! Да, прошу, освободи меня. У меня ничего нет, горы. Моим людям нужна защита. Ты спас не только меня. Разбойники боятся Джихути. Наверное, верят, что ему помогает царь-отступник. Кто ты, исполняющий волю Эхнатона? Надо уходить отсюда. То он дарует нам убежище. Ты рисковал жизнью ради меня. Проклятие. Скажи, что ты знаешь. Оно убило многих. Я хотел очистить святилище, но меня схватили разбойники. Они боялись, что я призову Атона. Ты чтил отступника? Эхнатон, мы дарим ему свою веру, песни и ритуалы, но он не приходит. Показать тебе? Но животные разлагаются. Их нужно сжечь. Я сделаю это. А ты расскажешь, что знаешь о фараоне. Ты посланник солнца. Я возобновлю ритуалы. Ищи меня на юге после заката, если сдержишь свое слово. Стоим стеной! Тебе здесь не рады. Нео ранен. Орел! Орел! Не страдать за это! Эти животные больше не будут осквернять землю. Ничего. Стрелять!
Жрец велел прийти после заката. Они будут готовиться к ночному ритуалу. Я выполнил просьбу. Нужно поторопиться. Ради блага тех, кто живет на этой земле. Баек, прими участие в ритуале. Мы должны умилостивить Эхнатона. Ты защищал мой народ. Идем, примешь участие в нашей церемонии. Что за человек? Все подготовлено. Он могущественен, а восстает. Иначе Джихути не позволит. Ты даруешь ему честь обрести священный клац. Вложи его в руки истинного царя. И ты узришь силу наших гимнов единому Богу. Ты совершенный, несравненный, поднимаешься на небо. Бог, что создал весь наш мир. Нет тебе равных. Ты есть Атон во плоти, великий, сияющий, что рядом незримо. Царь двух Египтов, сын Ра, что живет по законам Маат. Твоя мощь растет от этих даров, и он ее даровал ему не сломить. Возложить священный кварц на статуи Атона. В едином порыве, чистые, светлые Ка, он живущий в Атоне. Баек, зажги. Свет, о, свет! Атон, единый Бог озарил нас возрадуйся своим светом. Сыну и озари его своим светом. Славься вечно! Все сущее вышло из длани твоей. С тобой все живет, без тебя погибает. Твой восход прекрасен, о Атон! Тебе открылась истина? Вы верите, что фараон Эхнатон сын бога Атона? Я верю, его мощь безгранична. Мы возносим ему хвалу, он дарует нам жизнь. Способен ли на это Амон? Но это обман. Об Эхнатоне сказано в текстах? Да. Эти записи в фивах. Но этот прохвост Тихон пускает в библиотеку только свою шайку. Я могу туда попасть. В архиве есть статуя. Она указывает на старые свитки. Там есть текст об Атоне и затерянном храме. Ты думаешь, что наша вера ложь и несет проклятие? Кто я такой, чтобы судить вас?